Всех приветствую в эфире «Бизнес-среда». Сегодня расскажу о территориях опережающего социально-экономического развития. В Удмуртии их две – Сарапул и Глазов. Статус резидентов ТАСЭР уже получили 39 предприятий, 6 из них успешно работают, 30 готовят площадки для производства. Они уже создали порядка 900 рабочих мест и вложили более 400 миллионов рублей инвестиций. Для резидентов территории опережающего развития действуют налоговые льготы. Нулевой налог на землю и имущество, налог на прибыль всего 5%. Став резидентом ТАСЭР Глазов, в ближайший год вы 10 лет будете платить страховые взносы в 4 раза меньше стандартной ставки. С каждым инвестором индивидуально работают специалисты корпорации развития Удмуртии. Они помогают подготовить заявку на получение статуса резидента ТАСЭР, оформить бизнес-план, получить земельный участок в аренду без торгов для реализации инвестпроекта. Кроме того, мы сопроводим вашу заявку в Фонде развития промышленности, чтобы вы могли получить займы на льготных условиях. Станьте резидентами ТАСЭР уже сегодня, и вы сами убедитесь, Удмуртия – самый предпринимательский регион России. Инвестируй в Удмуртию.